Постав ног почти идеальный. Почти идеальный. Сейчас мало есть лошадей с хорошим поставом ног. Чаще всего там будет проблема с одной, а то и с двумя ногами. То торцовость, то разметы, то копыта. С копыта ломкие, хрупкие. Поэтому найти лошадку с хорошими копытами, с хорошими поставами очень сложно. Для расчистки Марсель ведет себя, ну, в принципе, спокойно и как положено для молодой 4-летней лошади. Они не рождаются стоять спокойно, терпеть все манипуляции с копытами. Вот уже начали. Одну левую ногу обкусили. Тоже лошадку, чтобы она выдвигала ногу вперед и ставила на подставку, приучают заранее. Ты что сейчас делаешь? Ну, запиливаю, нырую башмак снаружи, закругляю, чтобы не заламывать. Марселю тоже интересно, что там делают с его копытом. Должно быть хорошо закруглено, как и с боков, так и сверху вниз. Но должно быть вот так они, вот так, иначе будут ломаться.